При храме Рождества Христова состоялось итоговое занятие на церковно-певческих курсах, на которых обучались слушатели со всего Краснодарского края, с музыкальным образованием и без него, с опытом клиросного пения и только желающие петь в храме и тем послужить Богу. Курсы мне дали очень много, я не совсем понимала ноты. Я теперь стала в них разбираться гораздо лучше. И преподаватели, я очень много для себя здесь почерпнула, доброты, знаний. То есть я очень много для себя взяла здесь. В течение года слушатели изучали систему осмогласия, сольфеджио, особенности тропарей, стихир и других песнопений, приобрели навыки и умения петь, принимали участие в богослужении. Очень много ценной информации получилось, которую, в принципе, ты нигде не получишь, кроме как среди тех людей, которые живут этим. И, соответственно, я стала более уверена. Я и раньше пела на клиросе, но стала более уверена петь, понимать ноты стала, распевы, гласы, что вообще очень сложно для меня давалось. Для нас эти церковно-певческие курсы дали нам много хорошего, в частности, вот, на пение смотреть другими глазами. Приобретенные знания выпускники продемонстрировали, исполнив песнопение. На курсах слушатели изучали устав церковных богослужений, а также основы православного вероучения. Что такое вера? Кто мне скажет? Бывает вера, когда верит. Вера в то, что есть, ну, как говорится, и бесы веруют и трепещут. Но это еще не дает нам право быть верой. Вера – это уверенность в том, что невидимо, как в том, как будто это видимо. Уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Если брать ближе к тексту, да, то эти вещи тогда запоминайте наизусть. То есть я знаю, что то, во что я верю, не только есть, оно исполнится. И поэтому у меня не пустые слова, чаю воскресение мертвых. Я не просто пою про Пасху, стихиры или умею на клиросе петь. Я исповедую. Вот эти два понятия мне очень хотелось, чтобы вы вынесли из наших курсов. Верую и исповедую. Для выпускников учеба уже позади. И этот итог вызывает грусть не меньше, чем радость, потому что все участники курса подружились, сплотились и почувствовали себя частью общего дела. Я приобрела здесь ценных друзей, знакомых и единомышленников. Самое важное, единомышленников очень классно и существовать в обществе своих единомышленников, которые с тобой в одну сторону живут, глядят. Слушатели за этот учебный год проделали большую работу и теперь имеют возможность применить полученный опыт в своих храмах. Пусть каждый голос станет радостью для прихожан в разных уголках Кубанской метрополии. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос посреди нас! И есть, и будет!